Вартовчанка хотела купить собаку, но попалась на удочку мошенников. Женщина нашла на сайте объявлений предложение о продаже щенка шпица. Она связалась с продавцом, который рассказал, что собака находится в Сургуте, и он может доставить ее в Нижневартовск с помощью интернет-сервиса. Злоумышленник отправил любительнице животных ссылку для оплаты. Женщина ввела реквизиты карты и секретный код. Со счета сняли 18 тысяч рублей, но мошенник сказал, что ничего не получилось и нужно снова провести операцию. Это насторожило вартовчанку, и она сразу обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские ищут подозреваемого.